Ну, ух ты! Выйди сюда! Подходи, подходи, подходи! Чего тебе, а? А? Это самое... чего? Здравствуй, Михайло! Чего звал? Ха, а я никого и не звал! До свидания, Михайло! А ведь кого-то звал. Совсем мне нельзя с ним показываться. Он и зайчонок не подходит ко мне. А вот здесь никто не увидит. Один. Что ж ты делаешь? Останешься один. 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 Останусь один. Будет солнечный зайчик. Да, нашлось зеркальце. О, смотри. У нас одно солнышко в небе, и солнечный зайчик один для всех. Пусть лучше один зайчонок для всех, чем ни у меня, ни у тебя и ни у кого. Один был зайчик ярче всех, вызывал улыбку он и смех. Был тот зайчик солнышком рожден, находил друзей повсюду он. Прыгал зайчик, не жалея сил, и тепло, и свет он всем дарил. И кричали вслед ему друзья: жить без дружбы на земле нельзя. Свинья копилка, тебе пора спать. Твоя кроватка будет здесь. Даша, Илья, вам тоже пора готовиться ко сну. Завтра всех ребят ждет новый день, новые игры, новые пошептушки. Не пропустите. Спокойной ночи, девочки. Спокойной ночи, мальчики. Сладких всем снов. Малыши, малышки, целый день играли. Малыши, малышки, к вечеру устали. С мамой пошептушки, книжки убираем. Подождут игрушки. Мягкие кроватки ждут уже детишек, неженок, девчонок, шустриков, мальчишек. С мамой пошептушки глазки закрываем, сон приснится сладкий.